Спортивный азарт, шум волн и отличное настроение. В Химках прошел открытый осенний чемпионат по рыбной ловле. Это семейные соревнования. Примечательно, что впервые за призы боролись представители разных муниципалитетов Московской области. На пляже в парке «Два берега» собрались настоящие поклонники удочек и мормышек. Где поймал? Там вон самое около, не знаю, как сказать, около. Там, где огорожено, самый конец. Вот на камне. Смотровая площадка там, видимо. Большой. В соревнованиях приняли участие более 200 рыбаков Подмосковья. Четверть из них – дети, воспитанники рыболовного клуба «Химкинские акулята». Вместе с родителями они пришли ловить удачу буквально за хвост. Александр Пилипенко, основатель клуба, рассказал о мероприятии. Мы уже проводим пятый фестиваль рыболовный. Папа, мама, я, рыболовная семья. То есть это юбилейный фестиваль. Уже 5 лет. Как бы все школы Химок, команды Химок, родители и детей приходят к нам на фестиваль. Смысл этого фестиваля был мной как бы задуман в том, что сохранять семейные ценности, чтобы родители вместе с детьми проводили время побольше и почаще. Для победы нужно было поймать самую увесистую рыбку. В канале имени Москвы есть чем поживиться. Здесь обитает окунь, ёрш, сом, сазан, судак, щука и плотва. По итогам соревнования призерам вручили кубки, медали, а также приятные подарки от спонсоров фестиваля. Всех, кто мечтает присоединиться к миру рыбной ловли, ждут в клубе «Химкинские акулята». Занятия здесь бесплатные, проходят ярко и увлекательно. Елена Тараненко, новости Химки ТВ.